Сегодня Кирюха и Миша участвуют у нас в настоящих соревнованиях. Мы на этих соревнованиях в качестве судьи. Сейчас идут тренировки, далее квалификация у нас, ну и парные заезды. Но как все это будет происходить, вы увидите дальше. Поменяли машину, потому что очень неуправляемая, и ручник у нее не работает. А будет. Давай. Кулачок!